Iar astăzi să știți că e marcată și Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Da, e ziua în care se aduce un omagiu tuturor celor care au salvat vieți pentru că au donat sânge. În reportajul următor facem cunoștință cu o doamnă care, de ani buni, este vizitator activ la Centrul de Transfuzie a Sângelui. Marina Băcicova este mama a doi băieți, nutriționistă și înnotătoare profesionistă, iar de aproximativ 20 de ani salvează vieți, donând sânge. În tot acest răstimp nu și-a întrerupt misiunea decât în perioada sarcinii și alăptării. Первый раз я пошла в донори, нас пригласили помочь нашим близким друзьям. Их сыну нужна была кровь, помощь, и мы пошли всем классом и сдавали кровь. Было очень приятное чувство после того, как мы сдали. Слава богу, тот человек выздоровел, все хорошо, и очень приятное послевкусие, скажем так, осталось после этого. Această satisfacție spirituală a și motivat-o să continue faptele bune. De 4 ori pe an, Marina merge să îi se recolteze sânge în ciuda fricei sale de injecții. Мне очень нравится вообще донорство, то, что я делаю. Нравится чувство, которое остается после того, как ты сдал кровь. Чувство того, что ты кому-то помог, что, может быть, ты кому-то дал шанс, подарил жизнь, не знаю. Несмотря на все это, я ужасно боюсь уколов. Вот просто до паники. И каждый раз при сдаче крови, то есть я кривляюсь, сжимаю кулаки, но сразу предупреждаю всех, что, ребят, не обращайте внимания, так, такая я. Copiii o apreciază pentru curajul de care dă dovadă. Они так же, как и я, боятся уколов, но они уже знают. Они уже знают, что если я пришла с пакетом, с перевязанной рукой, значит, я сдавала кровь. Они всегда спрашивают: мама, а сколько с тебя вылили крови? И всегда как бы поражаются. De ceva timp și soțul ei îi urmează gestul, iar în viitor, atunci când copiii vor ajunge la maturitate, își doresc să devină o familie de donatori. Понятно, что они еще маленькие для сдачи крови, но я их им объясняю, что в будущем вы должны стараться. Fiind nutriționistă, Marina este mult mai responsabilă în ceea ce privește alimentația sa înainte de a merge la centrul de transfuzie a sângelui. Сейчас моя кровь более здорова от того, что ряд продуктов ушел из моего рациона. То есть есть продукты, которые я сейчас не употребляю, потому что я понимаю, что это какой-то мусор, так скажем, пищевой мусор. Парадоксал, dar și unele produse sănătoase, precum specla și avocado, sunt contraindicate înainte de procedura de recoltare. Потому что все-таки кровь, она потом на составляющие разбирается, и жирная кровь, она не так разбирается, и потом она может не дойти до конечного потребителя этой крови. Persoanele cu grupa sangvină 4 și RH pozitiv îi pot spune mulțumesc. Cine știe, poate prin venele lor curge sângele Marinei. Не только в Всемирный день донора, люди, если у вас есть возможность в плане здоровья пойти и помочь кому-то, подарить кому-то шанс на жизнь, сделайте это.